Итак, друзья, мы находимся в Воронежском клубе настольных игр Hobby Games. И сегодня мы сделаем такой небольшой обзор двух недавно вышедших игр. Гномы, 7 гномов и самоцветная шахта, и 7 гномов и зачарованный лес. Вот когда я увидел этот обзор, то есть то, что их выпустили, я не придал значения как-то этой игре. Ну, филер и филер. Вот. Когда мне приехали две коробочки от Hobby Games на игротеке, которые мы обычно вскрываем, я от нечего делать вот расставил эту башню и немножко поиграл сам с собой. И после этого я понял, что это гениальная игра. Значит, все очень просто. Состав игры. Здесь, видите, ничего больше нет. Вот такая башенка. 7 вот таких элементов, на которые навешиваются самоцветы. Делается вот так башенка. Правило, все это расписано. И здесь есть кирка. Настоящая кирка. Здесь тупой конец, здесь острый. Каждый игрок делает по 2 удара. А теперь смотрите самое главное. Вот почему я сразу полюбил эту игру. Сейчас. Золото, вы понимаете? Когда я вижу, как вот это отколупывается, я как в фильме «Хоббит» вот этих вот гномов видел, которые добывают эти самоцветы. Это гениально. А теперь давайте вскроем вторую игру. Она почти такая же. Ну, давайте, открывайте. Только там мы будем рубить деревья. И у меня есть подозрение, что она не менее гениальна, чем первая игра. Потому что здесь есть топор. Семь гномов и зачарованный лес. Ну, правила практически такие же. Основание дерева. Давайте сделаем это дерево. Вообще. Ток-ток, вудмен. Сейчас мы построим дерево. За окном у нас минус 25. 23. Не в Якутске, понятно. И мы немножечко нарубим дров сейчас, чтобы согреться вот здесь. Раз, а нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, точно так же 9 тайлов или кусков дерева. Топор. Первый удар в этом клубе. Почетная задача, кстати, мне. Упс. Первый раз очень сложно. Смотрите, как будто вот щепки летят натурально. Хочешь еще попробовать? Это все мне. Это... Пожалуйста. Ну, почти срубил. Так, на этом закончим игру. У меня больше всех. Я выиграл все. В общем, что я хочу сказать. Не ожидал я, конечно, такого геймплея. Думал, похуже будет игра, но я думаю, сейчас она займет место в наших игротеках. Очень весело. Спасибо.